Медики республики работают в усиленном режиме. Давать отпор пандемии – сложнейшая задача. Среди тех, кто сражается с вирусной инфекцией, врач централизованного отделения анестезиологии и интенсивной терапии Алчевской городской больницы Инна Абукова. Все подробности у наших коллег. Инна Абукова с детства точно знала, чего хочет – стать врачом. И шла к этой цели уверенно. Медучилище с красным дипломом, Донецкий медицинский институт, студенческие годы, ночная работа медсестрой в реанимационном отделении и финальный выбор – быть анестезиологом. Это призвание, наверное. Ну, знаете, как говорится, анестезиолог – это уже самая последняя инстанция, что мы не даем людям покинуть этот мир. Это борьба своего рода, наверное, не знаю, как это будет, с Господом Богом, наверное, что ли, боремся постоянно и до последнего делаем все, что возможно. Интернатура будущего врача началась в 2014 году. Было и трудно, и страшно. Но она предпочитала думать, что получает бесценный опыт. Ведь даже в учебниках не читала о том, с чем теперь имела дело. Инна Абукова точно знает, какие качества необходимы анестезиологу в реанимации. Быстрая реакция, знания, конечно, в первую очередь. Наверное, даже самая высокая ответственность. Когда ты оказываешь помощь, и слава Богу, что все с положительным эффектом, то выходишь с выполненным, с чувством полного выполненного долга. Как-то, наверное, самооценка повышается даже, и ты понимаешь, что ты не зря в этой специальности, в медицине в принципе. Как нетрудно пришлось в первые военные годы, у Инны Александровны не возникало мысли бросить свое дело. Очень важным было и остается чувство, что нужна именно здесь. Знаете, есть такие работы, с которых фактически не уходишь никогда. Никогда. Ты дома тоже думаешь. Мы своим врачебным коллективом во время своих выходных друг с другом связываемся, спрашиваем, у кого как дела на работе, какие больные, кому как легче стало, не легче стало. И мы приходим и знаем, в принципе, уже за каждого больного, потому что мы все поддерживаем связь на своих выходных. За 6 лет работы молодой врач закалилась, обрела железную стойкость бойца. И сейчас, когда медики снова оказались в сложных условиях, не жалуются, хотя и не скрывают. Приходится тяжело. Ну, конечно, и эта ситуация дает отпечаток. Очень большой, сложные условия сейчас у нас работы. У врачей, у медсестер, у санитарочек все находятся на очень эмоциональном пределе, потому что очень тяжело сейчас работать в таких условиях, как в каких работаем мы. Наше отделение тем более несет самую большую ответственность среди всех других специальностей, среди других отделений. Медики бросают все силы на борьбу за наше здоровье. Несколько лет назад вчерашний интерн Инна Абукова утверждала, хочется доказать людям, что врачей есть за что уважать. Сегодняшняя Инна Александровна убедилась, медики доказывают это ежедневно. Юлия Черепнина, Дмитрий Седнев, специально для «Вести регион» телеканала «Луганск-24».